ней стряхнемся. На. О. Для трудновоспитуемых. А ты не ходи. Ну как я? Там одни дураки. Я заика. Я офсайд. Чего ты ее учишь? Она и так дура. Ножки тоненькие, а жить-то хочется. Вот так. Опять к нам Аня. Зачем намазалась? Красиво. Нравится. Ну что ж, Анна, будем оформлять на тебя документы в приемник, пока мать из больницы не выйдет. Дома не ночуешь? Подралась? Сколько уже не учишься? Я заика. И лечиться мы тебя устраивали. ДПР мать не даст. Ты из нее ненормальную сделаешь. А я рожать скоро. А что такое ДПР? Да детский приемник-распределитель. Аня, хватает дел, чтобы тебя без всякого родительского согласия отправить в комиссию по несовершеннолетним. А там спецПТУ. Ты этого добиваешься? Только я вас прошу, вы ничего не решайте на этом допросе. Беседе. Ну да. Матери нельзя волноваться. В КМЛ. Поеду. Ну, вот что, никаких КМЛ, никаких ДПР. Черт знает что. Я возьму отпуск и крышка. Вы отчим. Ну, я усыновил ее. В общем, советуйтесь дома. Ну, учтите, что девочка месяц не может быть беспризорной. Надо что-то придумать. Вера. Вообще-то, честно говоря, рядом живу. Ты не обижайся, что я дочь люблю больше тебя. Я вообще в институт поступаю. Я думала, она у Муськи. Или к вам пошла ночевать. Технически, конечно. Надо же, я думала. Позвонить можно. Умная. А ты бы хоть раз в неделю поинтересовалась. Ведь мать же ты. Спихнула дочку. Ну ты же видишь мое положение. Вер. Вижу. Да отстаньте от меня. Ага, положение. Нет, ну... Тут любовь закрутила. То на юг ускакала. Опять положение. Ребенка-то постеснялась бы. А что ты думаешь, она не знает, да? Не надо было сиротить ее. Ну, по-твоему, мне надо было намазаться сажей и просидеть в четырех стенах. Жить с пьяницей лучше. Ну и что? Тебе не надо было Аню рожать, родительница. Да перестань со мной так разговаривать! А я тебе мать. Мать. Дочку. Пожить отправили, так разговоров теперь на год. Слушай, есть такая идея. Может, отправим ее к моим? Пока ты не родишь, а, Вер? Это же далеко. Мама, ты как думаешь? У меня думалка не работает. Вы бы хоть с Аней-то поговорили. А то она вас как мячик. Катаете, а ее даже не спрашиваете.
Ба, плюнь на них, я им отправлю. Поедешь, никуда не денешься. Хватит. Аня, ну ты согласна? Никуда не поеду. Плечи упали из-под темных ресниц, голубых твоих глаз. Слезы мне на плечи упали из-под темных ресниц, голубых твоих глаз. Скоро быть мне солдатом, помни ты, дорогая, что ни разу за службу не забуду тебя я, помни, я тебя охраняю, чтоб не падали слезы с голубых твоих глаз. Помни, я тебя охраняю, чтоб не падали слезы с голубых твоих глаз. Товарищ прапорщик, а здесь люди живут? Анечка, тут моя девушка живет, Лидуся Тихонова. Передашь? Спасибо. Аня! Пока! Пиши! Не забывай! Анка, а то поехали с нами, а? Ну что, идет солдат? Чао, бомбины! Да, чао! А солдат попьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет эскимо. Ты Аня? Угу. Ну, здравствуй. А мы тебя уж тут третий день встречаем. Поздоровайся, Витя. По незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девочки, ведь для солдата главное, чтобы его далекое. Анечка, хорошо, что приехала, теперь и познакомимся. Родственница у нас симпатичная. Бери картошечку. Ну, Витянь, да пища картошечка. Это тот прапорщик. Ну, вот. Хорошо, прапорщик. Помнит. Юбку ешь, Витянь. Замуж отдадим. Ой, надо же. Сейчас в моде длинные. Бабудь, папа, попроще. Лид, перестань. Анечка, не обращай внимания, она у нас тепленькая, просто смех. Да это я над Валеркой. Жена-то на курсах, он думает, что она там испортится, ну, юбку себя укоротит. Алиска, не чита тебе, не такая. Ну, да мне никто не чита. Лидусь, ну правда же, перестань. Ну что он первый? А ты не можешь ему уступить, он же старше. Да, да деревенщина у вас тут. Ну и что, что деревенщина? Ты дышать нечем. Ба-ба-ба, дай картошки. Ох, я тебе сейчас дам картошки. Валер, ну разве она что-нибудь плохое сказала? Ну она удивляется. А что ты удивляться-то? Что, мы звери, что ли, чтобы удивляться-то? Он я в городе был, не удивлялся, сдерживался. Ну, как там наш Виктор? С мамкой ладит? Он у нас способный вообще-то. Он деревню меня сослал. Что ж получается, ты к нам что, на Казани, что ли? Конечно. На каторгу. Ба, дай картошки. Иди спать, я ну, тебе ладно, сказала. Иди спать. Картошки ему. Анечка, может, устала с дороги? Отдохнешь? Пойдем, я тебе постелю. Пойдем-ка.
Да. Худая. Прям жалко. Смешная какая-то. Уж ты-то молчи. Да, она нас научит свободу любить. Заметил, Черномор? Ага. Теленок-то кровью мочится и мочится, а хозяин все спит да спит. И к ветеринару не на чем повесить. Ты деда знаешь? Все слышит. Говорят, у него вот такой язык. Спасибо, Саша, что пришел. Стой. Резать надо, его кто-то колом по хребту хряснул. Как же? Что ты говоришь-то? Столько кормили, да мне его... Мне его еще и вырастить надо. Страшный дед. Говорят, колдун. В этой черной, причерной ночи стоит черный лес. В этом черном, черном, причерном лесу стоит черный, причерный гроб. В этом черном, причерном гробу лежит черный-причерный мертвец. Отдай мою руку! Что ты ему сделал? Что ты с ним сделал, идиот? Ну что, твои сынок? Как можно так девушку называть? Здесь, здесь, папка. Витяня! Ну, успокойся. Витяня, сейчас я тебе водички. Успокойся. Тихо. На, попей водички. Витяня, успокойся. Ты что, с Ганкой Мельником шатайся? Анка натрепалась. Лидка, ты что, сдурела, что ли? Этот бездельник опять приехал в деревню водку пить. Да с деда деньги тянуть. Ну что, я маленькая, что ли? Ну, вообще-то он... Любовь, что ли? Сам к ней пристает. Да ладно, ты мать ее не защищай. Да и не защищаю я ее. Ну, прям привязался? Проход не дает. У тебя что, брата нет, да? Хорошая у тебя сестра, Тихонов. Гена, а ты чего? Ты зачем сюда пришел? Не дармоедом надо. Ты выпил не немного. Иди таким, домой. Как ты. Слышишь? Так ведь она же не с дармоедами. Она с солдатами гуляет у нас. Гена, иди домой. Ледуся, что там прапорщик пишет, а? Гена, иди домой. Успокойся. Валера, слышишь? Ну что? Валера! Ну что ты довольный? Что ты довольный, брат? Вот забирай твоего сына. Сами. Да. Кому надо, тот пусть и берет. А ты, чтобы уматывался подальше. Ой, папаша, родного сына. Цып-ц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 ып. Оставшихся-то порубить.
руби, Валера. Ой. Витян, ты что? Витян, ты что? А? Сынок. Что с тобой случилось, а? Ну-ка. Витян! Чего? Что ты ел? Вишни. Кто тебе дал? Цитрана. Пьяная вишня. Все. Надоело, мать. Хватит, пошли. Что? Куда? Пошли. Пускай у другой бабки поживет. Валер, а как же я-то? Ничего, у тещи поживет. У меня один сын, а не тысяча. Сколько ты съел? Целую. Ты много съел? Банку. Пойдем. Анечка, милая, что мы тебе плохого сделали? Что-нибудь не так, да ты скажи, что ли? Да нет, отвалит от меня, господи, завтра же уеду. Да что ж ты такая злая-то? Алхимов, а ну выходи! Пион! Я знаю, что бычка грязно! Роскоп! Роскоп! Это ты, сволочь! Сянечка, не ходи! Уймитесь! А вот он идет! Паразит старый! Ты стравливаешь людей! Леший ты старый! Ты че? А бычок, та-та помер. А что ж ему оставалось? Ты, значит, заика? Угу. Делать нечего? Угу. Хочешь у меня на мельнице погостить? Что это там за было? Природа, хорошо. Черти на мельнице в карты играют. Па-па-па-па-па. Подожду, подожду. Ты своих предупреди. Зачем ты меня позвал? Мне в город надо, пост без присмотра оставлять нельзя. Входи. Дед, а за... Важное сказать хочешь? А-а. Тогда зачем зря тужишься?
Да нет. Ты куда? Иди, иди. Сюда нельзя. Берешь сиську в руку и тянешь. О, о, вот так, так. Дело простое. Смотри. Вот. Да ты не смейся, смотри лучше, смотри. Так. Смотрим. Вот. Ты меня слышишь? Вот, 16. Держи. Ты тоже. Вот сюда записываем. 16. Я завалю, а ты помоги. Иди. Вообще-то за еду благодарят. Хотя теперь как, натрескался и пошел. Дед, а я говорю лучше, когда привыкну. О чем нам с тобой разговаривать? А Генка? Что он с тобой не живет? Скучно ему со мной. Я с солнцем уеду. Еда на столе. Дед, не гаси, я боюсь темноты. Замеры сделаешь, можешь ехать к тетке. Возьмешь лодку и...
раньше пригласил, а? Да я и так пришел. Давай сейчас заходи. Ага. Ну, кто же так приглашал? Да замолчи. А вот тут еще. Леопольд? Да здесь. Ну, в чем дело? Тащи это. Надо же все разобрать. Эх, Сава, я бы на месте Маринки. Да все бы мы на чужом месте. Ты записывай, записывай. Ладно, иди. Шампанское у вас есть? Откуда ты что? Тогда коньяк. 16 ре, между прочим. А ты носи, носи, знай. Хорошо, Марина. К себе прибор. Да? Угу. Да. Садись. Накладывай. Сейчас посмотрим, как ты есть будешь. Раньше работника как выбирали? Посадит за стол. Хорошо ест. Свой, труженик. Мало ест. Выходи. Ну? Вообще мне пить не положено. Давай. Хочешь, будем жить вместе? Да ведь ты обманешь. Много обманывали? Много. А пойдешь? Ну, вообще мне все это надоело. Мне надоело мотаться по реке, у сестры жить, как приживалка. Пойду. Возьмешь, пойду. А заболею, мужиков начнешь водить. Ты ведь молодая. А чего я тебе такого плохого сделала? М? Ну, ладно, ладно. Любезничайте. Иди. Ладно, ладно. Марина, не переживай, мы за тебя отработаем. Сколько за товар получил? Дед. На рынке сколько мяса стоит? А ты по государственной везешь. Леопольд! Да ладно тебе. А помидоры сколько стоят, Марина? А? Что ж ты, малый, с таким лицом буфетчиком работаешь, а? Хозяин. Леопольд. Да погоди ты. Да в твое лицо, милок, поросят Сава, разбивать Сава. Надо. Жаль, милиции нет. Отсюда. Иди на место. Иду, иду. Ну ты что завелся? Сына мне напомнил. Мужики пошли. Я вот гляжу, например, стадо пасется. Телята. Сразу бычка вижу. Плечи, голова, глядит бычок, ни с кем не перепутаешь. А сейчас смотрю, идет молодежь, ничего не пойму. Девки даже мужиковатее стали, а эти вялые гнутся, ни то, ни сё. А Генка против, что мы с тобой? Выгнал его. Так это из-за меня, что ли? Что ты, баба? М? Да будь он человеком хоть на чуть-чуть, разве бы я его сменял на сотню таких, как ты. Прости, правду говорю. Не обижайся. Марья! Кого ищут-то? Да ты опять спишь. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Племяшку Тихоньши. Второй день ищут уже. Ну, это из города которая? Ну? Аня! Аня! Приемыха! Ау! Идите от берега к лесу! Понял? Да пошире захватите! Хорошо! Всем сходиться в направлении пристани! Пойди сюда. Вот. Тетке своей отдашь и себе гостиницу купи. Уходить. Угу.
А мне некуда. Напакостил, поди. А ты характер свой схорони. Поклонись, не переломишься. Люди не хуже тебя, они лучше. А они говорят, что ты как колдун. Метлу принеси. В сенях. Принеси, принеси, серьезно говорю. Ну, а теперь садись. Верхом, верхом садись. Села? Угу. Лети. Ну, лети, научишься летать, придешь. Ах ты, старичьё! Ах ты, пакостница! А ну, бери, бери свое барахло! А ну, положь на место! Убирайся отсюда! Ах, чтоб не видел тебя! Никто тебя никто не любит! Я тебя вытащу! Вы... Гад паршивый! Отвяжись! Ай. По вот подушке твои не подушки. Тронь! Нет, не, не тронь, тебе говорю! Все на тебе! Я... Убью! Эта девка, не смотри, что маленькая. Такая оторва зарежет, не поморщится. Кроме того, ненормальная. Пусть они ее забирают. Ты тоже хорош. Я, чтобы ее искать, все бригады с работы поснимал. Понял? Чем же ты ее сманил? Что ты ей говорил? Да шалавая она у вас, вот что. Постыдился бы ты говорить так, старый черт, ведь девчонка она. Ну что же мне теперь ее кормить за эту всю жизнь? У нее родные есть. То-то она от вас сбежала. А вот я в милицию пойду, пускай разберутся. Пускай разберутся. Милицию, милицию. Я тут при чем? Да я понимаю. Тебя как зовут? Анна. А меня Сава. Ты девка городская, деревенской речи не понимаешь. У нас, если говорят, колдун, ведьмак, плохой человек, значит, людей мучает, скотину. Ну, посмотри, какой я колдун. Обыкновенный человек. Ты знахарь. Ты падошная, дура, никудышная. Ты людей-то любишь? Не знаю. Если ты на меня нажалуешься, у меня эти сразу неприятности будут. Разве им там чего объяснишь? А мне жить негде. В город поезжай.
Живи, черт с тобой. Дед, ну, может, ты гипнотизер? Чего-то вдруг, чего-то вдруг. На психику действуешь. Может. Да докажи. Дождя давно не было. Почему в такой глуши живешь? С каторги убил. В сарай спи, понял? Если надо, девушка, я тебя и через трубу достану. Вставать. 5 часов, ласковая, а ты спишь. Вставай, работать надо. Вставай, вставай. Дрова сложи. Бочки водой зальешь из речки. И у сарая подмети. Thank you.
Ты чего? Эй! Я устала. Ох, рассохлись, вон она. Издеваешься? Ты мне за эти бочки ответишь! Что ты? Бочка неладна. Ты хоть раз бы полы вымыла? Значит, не могла. Дед, а что у тебя на мельнице? На мельнице? Угу. Черти в карты играют, а что? Ну-ка. Дай-ка. Я гроб видела. Ты, девка, не наглей, не хозяйничай, поняла? Откуда на мельнице гроб? Хотя летом там охотники ночевали. Ну? Ну, забыли, наверное. Тяни карту. Ой. И запомни. Запомнила? Давай. Ты почему по ночам кричишь? Бесы мучают. Привяжутся. Зачем, мол, старый хрен, к нам не идешь? Секрет не выдаешь. Какой секрет? Волшебный. Врешь. А то ведь еще хуже бывает. Начнут нецензурно, хоть милицию зови. Слушать невозможно. Ты ему слово, он тебе 10. Кто? Кто-кто? Ну, этот. Черномор, смотри. А? Она? Она. А почему две? Почему? По кочану. Еще раз смотри. Опять она. Валет, ты где это шляешься? А ну, иди. Иди сюда. Держи. Вот. Ах ты. Тебя занесло. Иди сюда. Иди. Спускайся, спускайся. Давай. На плечо. Вот так. Никудышная. Валет, сумку. Сумку бери. Не понос, так золотуха. Вот как у нас. На, пей. Что это? Все. Дед, правда колдуны не умирают? Кто? Колдуны? А зачем у меня, спрашиваешь? А, говорят, мельники колдуны. Опять за старое. Ты мне клоуна не разыгрывай, поняла? Пей и спи. Нажлась тоже. Вас чему в школе учат? Все? Все?
Все, что ли? Ложись. Гости ко мне. Женщина хорошая, замуж за меня хочет. Во как. Слава Тимофеевна, здрасте. Здрасте, здрасте. Вы маленько задержались, но... Соблю. Ничего, ничего, я сама. Чего ж ты не пришел тогда? Не смог. Вот я и говорю, занял Савва Тимофеевич, не прогонишь же, правда? А вы пока в дом идите, в дом. Куда? В дом, ну хорошо, пошли. Один раз в год приду. Из-за нее меня гонишь? Анна, ты только дураком меня не ставь. Помолчи. Будь человеком. Здравствуй, моя милая. Здравствуй, хорошая. А кто же ты у нас будет, а? Внучка? Племянница. Племянница. Она немая, что ли? Да так. И не слышит? Вроде. Ну, я думаю, что она нам не помешает сама. Да нет, пусть сидит. Да. Да не балую, не балую. Я не балую. Переоденься. Ну, рано еще, заботница. Да будь ты уверенней. Ну, что ты мнешься, как девочка? Эдак он будет 100 лет все раздумывать, раздумывать. Ну, да разожги ты его. Ну, вспомни, как я тебя учила. Ну, как скажешь, дорогая. Мне что? Я уж и Крым, и Рым прошла. Мне все равно. Ты посмотри, анимает-то. Сидит, даже гулять не выходит. А глазище-то. Вообще нехорошо, что эта анимая сидит, как пень. Таращится. Даже дед стесняться стал. Да, вообще тут серьезно не поговоришь. Надо что-то делать. Поговори с ней. Ну что, милая, что хорошее? Ну скажи, ну хорошее, а? Как тебя зовут? Как нас зовут, а? Ну, как тебя зовут? Ой, жених-то какой пропадает. Почему пропадает-то? Заведую. Че-то она, я это, хотела. Да ну ее.
Пирком-мирком, да за свадебку. Так. Тарелочку. Ты сама себе накладывай что-то. Она что, ревнует, что ли? Да без с ней. Ты посмотри, Сава, какой Марина стол-то приготовила, а? Недаром соседи говорят, что у Марины секрет есть на готовку. М? Какой секрет? Чё-то... Какой-какой? Да рученьки, рученьки у тебя золотые. Берите, берите, бабушка. Спасибо. Угу. Посмотри. Так. Да посмотри. Воду дают. Ну, спасибо тебе, Сава, за все. За приют. За то, что не выгнал. Спасибо. Да уймись ты, полоумная. Она понимает тебя? Догадывается. И то, Сава, жил ты один как пес. Один. А начни помирать. Ведь некому воды подать. Вот и Мариночка моя горе хлебнула. Всякое было, и хорошее, и плохое. Мыкалась бедная. Да, все испытала. Ты уж, Сава, береги ее. Не обижай. Береги мою Маринку. Она долго жить будет у тебя? Через 2 дня уедет. Ну, давайте за все хорошее. Ну, давай, давай. Сава! Ну? Ей, Шалаве, давно к мамке пора. Ну, уймись ты. Пойдемте, бабы, к реке погуляем. Правильно, родные мои, идите, идите. А мы здесь останемся. Стой! Куда же ты, моя милая? Дай-ка мне на тебя посмотреть. Кто ты такая? Кто? Ох, и рожа же у тебя бандитская. А ну, отойди. Так. Ты! Ты! И дед! 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 Сродственники! Сродственники! Дочка! Не видишь, что ли, дура старая? Нравится мне здесь природа, воздух. Работа, сам себе хозяин. Поэтому и в селе не живешь. Угу. А зачем Генке деньги даешь? Уж известно. Да. Ты что-то на сестру стал похожа. Это парик. Пойдем домой. А не гляньте, что ли? Чего мне на тебя глядеть? О-о-о. С тобой мне все ясно. Угу. Так а что ты убрала? Мы же ночевать хотели. Перебьетесь. А? Кто это? Это ты сказала? Угу. Нахалка какая. А ты лошадь. Замуж собралась. Лошадь? Кто? Ты что, совсем совести нет? Дрянь какая. Ах ты. Ах ты, дрянь какая. Пойдемте, бабы, не драться же с ней. Нет, уходим. Ну, надо же, а, ты смотри, а. Ах ты. Ишь ты, дрянь. Нахалка. Нахалка. За катертью, да дорожка. Ну.
Не садись. Дед, ты травы знаешь? На, жуй. Дед, я устала. На пакости тебя хватает. Загнал я тебя, девку, винюсь. Жаловаться не буду. Я уж решил, что ты сумасшедшая. То жить негде, то колдун. Пойми, я тебе не мальчонка. Приехала женщина по серьезному делу, а ты что? Она тебе не ровня. Да не любит она тебя. Врет все. Я и не прошу. Уеду я. Не бойся. Пойми, девка, мне помирать скоро. Конечно, нужно бы женщину, бабу, чтоб приглядела. А так живи. Я все поняла. Прощай. Нечего. Подвезу. Покатит. Ну что, поздравляю, бабуля. Гости, говорят, богатые приехали. Да? Да. А ты, Геннадий Савич, опять прекратил? Так вот и иди от греха, а то не равен сейчас Валерка придет. Валерка, что я вашему Валерке сделал-то? Иди, не позорь. Иди, иди. Анечка. Анечка, не водись с ним, милая. Совсем плохой парень. Каланчастая и росовая с утра по деревне шастает. Мужики говорили, все отцу грозится. М? Да, я уж бригадиру сказала. Пугает? Кто их знает? Кто их знает, Анечка? Мужики, одно слово. А и деда предупредить бы хорошо. Чего это? Ой, так вот, Лидусю сватать приехали. Ой. Такая вот история, брат. Быстрая,
течешь речка, не сколыбнешься желтым песком, не возмутишься. Ах, ты умная девица, ах, ты Марья Михайловна, что сидишь ты, не улыбнешься, говоришь речи, не усмехнешься. Что, чему же мне смеяться? А ты куда? Здорово, отец. Ну, чего не отвечаешь? Иди, иди. Послушай. Деда! Погоди. Ать, дай денег. Я жениться хочу. Внуков тебе нарожаю. Послушай, новую жизнь начну. Деда! Я ведь в семью должен войти. Я ведь должен пыль в глаза пустить. А ты знаешь, что это за семья? Вот Аня у них была. Это же кулачье, а не семья. Нету. Да что же мне, вешаться, воровать? А мне хуже не будет. Дед, дай ему денег. Подожди, Аня. Эх ты! Ты меня доведешь. Мне ведь терять нечего. Я ведь просто так отсюда не уеду. Я из себя веревки ведь не дам. Понял ты? В деревню не ходи. Понял? Мать-то хорошая, наверное. Сразу замуж вышла за Тихонова. Бабе одной трудно. А тебе, значит, не по нраву. Плевать, только я всю жизнь всем мешаю. А ты не мешай. Так врут. Чего ж тебе не врать? Вырастешь, ты молодая, сама про все узнаешь. Мать говорила, всю жизнь для меня жить будет. А сама за Тихонова вышла. Мать-то красивая? Очень красивая. Рожать собирается? Да. Славное дело. А я куда? А тебя что, гонят? Сама чувствую лишнее. Мать, например, стесняется, что я за заика. А ты? Привыкла, только вот... Люди шарахаются. Да, вот какое настроение у вас, у молодых. Мол, полюбите нас больше всех на земле. А любви девку ждать не надо, надо самой влюбиться. Любить, почитать. Нет, лучше как ты один. Я тебя уважаю, дед. Ну, овца, нашла счастье. А Генке без меня не ходи, ладно? Анну благодари. Дед. Дед. Thank you.
Деда. Анюта! Ань! Ты? Ты чего? Чего ты? А? Деда! Испугалась! Ах ты, глупая! А ну, ложись! Деда приехал! А, мокрая совсем! Ты чего? Грозы испугалась? Я испугалась, что тебя убили. Я думал, сразу обернусь, а тут такой потоп. Дед, послушай, как я говорю. Правда хорошо? Помолчи, помолчи. Сразу не надо много говорить. Помолчим. Да, дед Мельников колдун, это уж точно. Он корова у Нюрки вроде с ума тронулась. Он пощупал и готово, 15 литров дает. Сколько его помню, все как молодой. А ему, не знаю уж, сколько. Ну, не такой он и старый. Да давно уж ему на погост пора. Так чего же он? Не помирает. Колдун просто так помирить не может. Он сначала должен свою силу, секрет свой, беспорочному человеку передать. Вот бы сыну и передал. Да Генке этот секрет мигу пропьет. Какой же из Генки колдун. Здравствуйте, девушки. Чай пьем. Что ж ты, Аня, не поздороваешься, не культурно? Здравствуйте. Здравствуй. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Погода сегодня хорошая. Правда? Да, хорошая. Хорошая. Сын заходил? Сватался. Извини меня. Я не отдала Сава. Ну да, конечно. Куда ему? Девка у тебя хорошая. Да, хорошая. Анюта у меня пускай поживет. Пускай поживет. Спасибо тебе за Аню, Сава. А девка-то другой стала. Да. Слава богу, а ты, Тихон, ж переживала. Вот вон ей секрет ты передал. Точно. Два сапога, пара. Здравия желаю. Что надо? Дед, ты сыну деньги не давал? Давал. 500 рублей. Это хорошо. Год получит, не больше. За что? В городе взяли. Дебош, драка, сопротивление органам. Ну, все. Поехали. А? Надо. Давай погребу. Да садись ты, садись. На ту лавку, на ту.
Ой. Вон, Ань, это дерево осина. Когда колдун помирает, ему в могилу осиновый кол вбивают, чтобы не вылез. Ты зачем это? Вон торчит, чует. Перестань, дед. Не думай об этом больше. Не говори так. Осторожно, девка. Гроб хороший был, дубовый. Ну, ты только о смерти не думай, ладно? Это как прикажешь, девушка. Еще чего, я сам. Сам. Поставь. Желчь забыла убрать. Ничего, научишься. Ой. Посиди со мной лучше. Компрессик сделать. Холодненький, да? Угу. Говорите, мне все можно. Видишь ли, деточка, человек войну прошел. 5 ранений. У него даже осколок до сих пор, а операцию делать нельзя. Такой человек не может умереть. У нас деньги есть, много денег, а? Старый он, сам себе предел знает. Ты нафантазировал он себе. Знаю, что нафантазировал. Что говорит? Послезавтра сказал. Дедушка, миленький, дедушка, не болей, не болей. Я все сделаю. Я ухаживать буду, смотреть буду. Thank you.
Ах ты глупая. Да разве мне кроме тебя кто теперь нужен? Дедушка, ты прости меня, дуру. Прости. Да мне теперь чего? Дедушка. Мы теперь с тобой богатые, Ань. Есть кому стакан воды мне подать. Я поднимусь, девка. Поднимусь. А то как же. Колдуны не умирают. Мне б секрет кому передать. Чистому человеку. А ты кто? Ты... Никудышная дура. А без передачи не помереть. Нет. Такая сказка. Надо ехать. Ехать надо. Братик родился. А он не родня? Родня. А твои дети мне братья будут? Наверное. Или сестры? Или сестры.